Праздник к нам приходит. По кургану проехала колонна новых мусоровозов. Компания «Экосистема» заявила, что готова к мусорной реформе. Она приобрела новую технику. Во дворах кургана ставят новые мусорные контейнеры. Мусоровозы оборудуют датчиками, чтобы следить за их передвижениями. Водители будут снимать мусорные площадки до и после уборки. Мусорная реформа в Курганской области стартует с 1 января 2020 года. Я думаю, проблем не будет у нас. Стрелок не должно быть никаких.